Уборка озимого ячменю иде на брешене. Миновито на им проходит так званая обкатка уборочной техники. Как справляются аграры Пиншины и на какие урожаи различивают, доведаемся с первого материалу выпуска. Как и у многих других господарках, у Ставодским шакали выдатный урожай зерневых. Сприяльные умовы посеву весной – достатковая колькость удобрений. Однако надворье унесло свои коррективы, и уборочная кампания началась ранее, чем плановалось. 4 экипажи працуют в первый день уборочной на ячменной ниве поблизу вёски Красиева. Один из них – экипаж Сергея Ленкевича. Молодый, але опытный хлебороб справу свою ведая добро. Да и оно и зразумело, сёлетнее жниво для комбайнера юбилейное – 25-е. Начал я работать с 12 лет, с 90-го года, еще при колхозе Снежинский, 2 года. Потом стала СПК Ставодский. И вот я с 90-го года и по 2015 год работаю на комбайне. Ничего тут сложного нету. Все приходит, говорится, это самое. С опытом, да? С опытом, да. Начинается, солнце встало, и я встал. И пока не зашло солнце. От зари до зари. Праца от світанку до досвідку для хлеборобов этой господарки давно стала доброй звичкой. Тут у Ставодским разумеют, без старанности и працавитости добрых выников у хлеборобской справе не чакай. Тем более, что и год выдался не самый легкий, на дворе не самое сприяльное. Спякота, якая должилась не один тыдень, не дозволила колосу налиться так, как потребно. А объемы работы на сёлетнем жневе у господарцы потребуют концентрации сил и уваги. А зимых зерновых у нас посеяно 1320 гектар. Яровых 320 гектар, в том числе пшеница 200 гектар, тритикаля 729 гектар и ячмень 200 гектар. Але для поспехового проведения уборочной у господарцы есть все необходимое – и працовные руки, и техника. Имеется 8 комбайнов, из них одна КЗС-7, все гомельские комбайны, один КЗС-7, 4 КЗС-10 и 3 КЗС-12. Для уборки соломы имеется 6 прессов, из них 2 импортных, что позволяет хозяйству прессовать до 100-120 гектаров в день. А кроме Ставодского, еще 4 господарки Пиншины приступили до уборочной. Под озимый ячмень в этом районе отведено амаль 270 гектаров. И уже со 162 урожай собраны. При средней урожайности 39 центнеров с гектара огульная колькость намолоченного склала 632 тонны. Мария Кобис, Алиса Григорчук, Александр Дьяченко. Областные новины. Пинский район.